Давайте сделаем вкусный чай. Наливаем воду в чайник. Конечно, греем воду. Класс. Надо разрезать яблоко. Делаем это, ну, вот так вот, как я это делаю. Режем эти кусочки примерно на 3-4 долечки. И режьте там дальше помельче, чем я, потому что будет сложнее толочь большие куски. Чем мельче, тем вам будет легче сделать вкусный чаёк. Вот я про это. Угу. Поменьше делайте. После этого можно положить на сахар. Если вы не хотите с сахаром чай, то совершенно благополучно можно и без сахара сделать его вкусным. Ну, я кладу 3 ложки сахара на такую большую чашку. А если чашка маленькая, то 2. Нужно, чтобы сок из яблока вытек. Для этого я беру и растолкую его, но у меня нету специальной штукенции, поэтому я беру край ножа, ручку и... Ну, добиваемся сока, в общем, все это измельчили. Вот наш сок и такая штука. Теперь берем клубничку. У меня это клубника, но вы можете взять любую ягодку. Ну, знаете, с яблоком и клубникой очень вкусно получается. Сначала заливаю теплой заваркой, затем кипятком. Это для того, чтобы клубника не сварилась в самом начале. Та-дам! Очень вкусный, правда. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!